Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch, канал только о смарт-часах. Сегодня у нас обзор циферблата от швейцарской команды разработчиков. И вот так на данном циферблате выглядит режим AOT или экран всегда включен. Но вот так интересно действительно выглядит данный циферблат воочию. Что мы, значит, с вами здесь имеем? Аналоговое время с секундной стрелкой, идет она как на механических часах, и это подтверждается всеми теми шестеренками, крутящимися маячками и так далее и тому подобное на данном фоне циферблата. Вот обратите внимание, сделано все четко, просто реально. Реалистично, там даже с какими-то крестиками все шевелится, крутится. Здесь типа под стеклом, что ли, все это есть. И действительно, часы выглядят очень красиво. Что значит имеем мы с вами на данном циферблате? Здесь сколько мы с вами натопали. Здесь у нас день недели, здесь число месяца, сам месяц. Здесь часы и минуты. Может быть, как в 12-часовом в автоматическом режиме, так и в 24-часовом, как в моем случае, в зависимости от настроек вашего смартфона. Далее, здесь у нас секунды еще к тому же. Здесь сколько мы натопали километры, метры, там, я не знаю, дальше сожженные калории. И из информации, в принципе, здесь все. А нет, еще не все. Здесь у нас еще есть фаза Луны, которая показывает так вот интересненько это всем тем, кто живет по лунному календарю. Ну а теперь давайте мы с вами пройдемся по настройкам, которых здесь очень много, и которые, с помощью которых можно этот циферблат сделать весьма интересным. Так, долгий тап, 3 секунды и настройки. Поехали, значит. Первая настройка, бордюр, да, смотрите сейчас на контур данного циферблата вот здесь, по контуру, и что у нас, значит, будет с вами меняться. Вот так меняется бордюр. Несколько вариантов есть, что-то можете выбрать для себя подходящее, либо его совсем убрать. Поехали дальше. Дальше у нас, значит, бизель. Что-то бизель вокруг, смотрите, появляется. Вот как он меняется. Есть также множество здесь интересных модификаций, которые вы можете внести в сочетание со всеми настроечками, и будет выглядеть достаточно интересно. Мне вот это вот понравилось, интересная штучка. Поехали далее. Далее, здесь бордюр, да, с краю циферблата, смотрите, он затемняется. Его можно сделать совсем темным. И тогда будут ярко выраженные цифры, да, час-два, там, римскими у меня обозначены, но они меняются тоже, кстати. Поехали дальше. Далее у нас Хронос, вот эти вот все аналоговые циферблатики, да, под данные. Они также, смотрите, меняются. Их можно изменить. Вот так сделать, шире, ярко выделить, либо вообще убрать. Вот так сделать светленькими, либо вот такими какими-то монохромными. Вообще цвета прикольные. Дальше, нумерация. О чем я говорил, где у меня сейчас римские буквы. Вот смотрите, вот в таком состоянии они жирные. Здесь они чуть поменьше или наоборот побольше становятся. Побольше, да. Потом они вот таком. Просто идут как индексы, да, и пошли-поехали. Вот так, либо их вообще убрать. Но мне больше понравилось все-таки с римскими цифрами. Поехали дальше, и здесь теперь изменение стрелки. Стрелку можно сделать темную, с такими красными наконечниками, либо вот такую беленькую. Ну, темная мне не нравится. Почему? Потому что она очень уж сильно сливается со всем циферблатом. Ее незаметно. Причем вот такая вот маленькая, смотрите, даже есть. Вот такая вот маленькая, которая будет вот по внутреннему кругу циферблата идти. Тоже интересно. Ну, тем более у нас есть цифровое время, в принципе. Но мне вот это вот лучший вариант. Вот так. Что видно хорошо ее. Поехали дальше. Здесь колор. У нас есть несколько цветов. Есть вот такой. И поехали мы с вами один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 цветов. Мне больше импонирует в данном случае зелененький. Где ты? Вот он такой. И поехали дальше. И здесь, смотрите, дорогие друзья, очень много таб-зон у нас получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 таб-зон. Они настраивают только ярлыки. Только ярлыки и ничего более. Ярлыки приложения. Виджеты здесь
вы, дорогие друзья, не установите. Ну вот, к примеру, ну видите, смотрите, здесь нет ни погоды, ничего. Хотя я бы, наверное, на их... Ну, там и некуда их ставить, в принципе, эти виджеты. Вы можете поставить сюда любое приложение. Их видно не будет, они не будут выделяться своими ярлыками. Поэтому вы просто по умолчанию должны будете знать, что у вас там или там стоит. Вот когда вы это все сделали, нажали ОК, готово, получили вот такой отличнейший швейцарский циферблат. Нажали Tab-зону, пожалуйста, вы в Play Market. Вот такие вот интересные, такой, вернее, интересный циферблат. Как я уже вам сказал, розыгрыш купонов, промокодов в данном случае тоже будет за лучшие комментарии, потому что данных промокодов не так много. Поэтому пишите, ставьте лайки видосу, и я рассмотрю ваши предложения, вернее, ваши комментарии, и в личку уже буду раздавать промокоды данного циферблата. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мои видео будет для вас полезным. До свидания, всего доброго и до новых встреч.